Топ-5 самых красивых знака зодиака. Красота – это качество, которое может быть определено по-разному в зависимости от личных взглядов и предпочтений. Однако, в астрологии есть определенные знаки зодиака, которые обычно считаются самыми красивыми. В этом выпуске мы расскажем о топ-5 самых красивых знаков зодиака. Весы – утонченная красота. Люди, рожденные под знаком весов, считаются одними из самых привлекательных и изящных в зодиаке. Они обладают непревзойденным чувством стиля и элегантности, а также демонстрируют прекрасные манеры и дипломатичность в общении с окружающими. Одним из наиболее заметных качеств весов является их естественная красота. В силу своей гармоничной природы, они не нуждаются в чрезмерных усилиях, чтобы выглядеть хорошо. Конечно, генетические факторы и образ жизни могут влиять на их внешность, но обычно весы могут поддерживать свою естественную красоту на протяжении многих лет. Кроме того, весы обладают отличным вкусом и умением сочетать цвет и фактуры одежды, чтобы создать стильный и элегантный образ. Они любят экспериментировать с модными трендами, но всегда придерживаются своего собственного уникального стиля. Таким образом, весы – это не только самовыражение красоты внешности, но и внутренней гармонии и стиля. Их природная привлекательность и изящество остаются незабываемыми и оставляют незабываемые впечатления на всех, кто имеет удовольствие находиться рядом с ними. Женщины-весы. Женщины, рожденные под знаком весов, обладают невероятным шармом. В их манерах и поведении скрыта особая привлекательность, которая не остается незамеченной окружающими. Их выразительное лицо, красивые формы тела и утонченные руки свидетельствуют о том, что природа щедро наделила их красотой. Интересно, что весы не стремятся активно подчеркивать свою привлекательность, иногда они даже могут ее скрывать. Однако, как только они осознают свою красоту, они могут превратиться в настоящих звезд. Кроме того, женщины-весы обычно обладают творческими способностями и отлично разбираются в моде и стиле, что делает их еще более привлекательными. Мужчины-весы. Мужчины, рожденные под знаком весы, обладают необыкновенной внешней привлекательностью, которая заставляет их выглядеть как древнегреческие боги. Кроме того, они весьма обаятельны и обладают внутренней красотой. Эти мужчины не только умны и талантливы, но и обладают утонченным вкусом и восприимчивостью ко всему прекрасному. Из-за их требовательности в выборе партнера, мужчины-весы могут быть довольно избирательными. Они ищут партнера, который не только красив, но и способен соответствовать им на интеллектуальном и эмоциональном уровнях. Для мужчин-весов важно, чтобы их окружение знало, какое впечатление они производят на других. Они готовы на все, чтобы завоевать симпатию и создать нужную атмосферу, чтобы вы могли получать удовольствие от общения с ними. Они также стремятся быть полезными и помогать другим, и поэтому зачастую пользуются любовью и уважением окружающих. Рыба – нежная красота. Представители знака зодиака рыбы являются истинными романтиками, которые находятся в своих мечтах и не жалеют сил, чтобы окружающим людям подарить свою очаровательную улыбку. Иногда кажется, что рыбы стремятся жить на полную катушку и всегда ищут совершенства. Эти загадочные, скромные и чувствительные люди привлекают к себе внимание и легко пленяют сердце других людей. Женщины-рыбы. Женщины, рожденные под знаком рыб, воплощают идеал женственности. Они очень романтичны, умело используют свой шарм и не проявляют агрессии. Их внешность не вызывает провокацию, а напротив, утонченность и изысканность делают их еще более привлекательными. Эти женщины обладают особой сексуальностью, которая привлекает мужчин в своей сети. Они отличаются изысканным вкусом и врожденным стремлением к красоте. Хотя они сентиментальны и мечтательны по своей природе, но это очень глубокие личности, чьи мысли не всегда могут быть понятны окружающим. Иногда они становятся холодными и скрытными, но внутри кипят эмоции, которые они не желают показывать другим людям. Мужчины-рыбы. Мужчины, рожденные под знаком рыб, уделяют особое внимание своему внешнему виду и могут тщательно продумывать каждую деталь. Они не выглядят грубыми и небрежными типами мачо, а скорее обладают изысканной красотой. Однако они не придерживаются формальных правил. Эти мужчины эмоциональны, чувствительны, творчески одарены, заботливы и обладают сильной интуицией. Они могут быть не только прекрасными любовниками, но и отличными друзьями. Они завоевывают женское внимание своей лаской и романтикой. Рыбы способны замечать детали, которые другие мужчины могут пропустить. Они дают возможность своим партнерам почувствовать себя особенными, легко считывают жесты и мимику и понимают ваши потребности еще до того, как вы произнесете слово. Скорпион – обезоруживающая красота.
Люди, родившиеся под знаком Скорпиона, не слишком легки в общении, однако многие из них обладают невероятной привлекательностью. Они обаятельны, харизматичны, обладают сексуальным обаянием. Кроме того, Скорпионы обладают талантом в выборе одежды и аксессуаров. Они заботятся о том, что носят, и проявляют врожденный вкус и стиль, что привлекает к ним много внимания. Женщины-скорпионы. Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, обладают неповторимым обаянием, которое притягивает к ним внимание. Они не обязательно должны быть самыми красивыми, чтобы стать центром внимания. Все благодаря их уверенности в себе, глубокому внутреннему миру и таинственному магнетизму, который заставляет людей обращать на них внимание. Сильные, решительные и упрямые, женщины-скорпионы обладают чувством стиля и элегантности, которое не оставляет равнодушными. Они умеют использовать свое обаяние в своих интересах и даже в ярости остаются невероятно привлекательными. Мужчины-скорпионы. Мужчины-скорпионы – властные, загадочные и чрезвычайно сексуальные. Они обладают многими уникальными и сильными качествами. Если вы никогда не встречались с представителями этого знака зодиака, то они могут вас напугать. Когда они влюбляются, становятся страстными и настойчивыми. Мужчины-скорпионы часто выбирают темный и мрачный стиль одежды, но всегда выглядят стильно. Они поддерживают свою физическую форму, обладают уравновешенностью, гордо держатся и проявляют уверенность во всем, что делают. Их сексуальность поражает женщин и оставляет неизгладимое впечатление. Иногда скорпионы могут казаться слишком жесткими, но это лишь маска, которую они носят. В глубине души они очень эмоциональны и не боятся выражать свои чувства. Они живут по своим правилам, без забот о том, что думают другие люди. Близнецы – многогранная красота. Близнецы – это, пожалуй, самый жизнерадостный и коммуникабельный знак зодиака. Они притягательны благодаря своей мощной позитивной энергии и способности легко общаться с людьми, завоевывая сердце окружающих. Одна из причин их привлекательности заключается в их сложной природе. Почти невозможно найти близнецов, которые бы сосредоточились на чем-то одном и стали постоянными. Они противоречивы, именно это интригует людей. Они могут начать дискутировать на философские темы и моментально перейти к детской забаве. Женщины-близнецы. Женщины, родившиеся под знаком близнецов, обладают множеством лиц и постоянно меняются, что делает их поистине непредсказуемыми. Сегодня они могут быть непревзойденными красавицами, обольстительными и завораживающими. А завтра – простыми и скромными. Какой образ они выберут, зависит от настроения, которое у них преобладает в данный момент. Красоту женщин-близнецов невозможно описать словами, она является уникальной и неповторимой. Одни обожают их, как богинь, а другие не обращают на них внимания. Однако, они умеют применять различные приемы, чтобы привлечь внимание к себе и могут использовать свои жесты и мимику, чтобы быть более привлекательными в глазах окружающих. Мужчины-близнецы. Мужчины-близнецы привлекательны не только своей внешностью, но и умением презентовать себя и свои таланты таким образом, чтобы скрыть свои недостатки. Это делает их невероятно привлекательными для многих женщин, даже если они не являются обладателями идеальной внешности. В конечном итоге, привлекательность этих мужчин заключается не во внешности, а в энергетике, которую они излучают. Они хорошо умеют говорить и могут убедить любую девушку в чем угодно, заставляя многих из них оставлять разбитые сердца в своем пути. Стрельцы – поразительная красота. Считается, что стрельцы умеют производить сильное впечатление на окружающих. Они могут быть одними из самых привлекательных знаков зодиака, но их переменчивость мешает этому. Стрельцы – это люди, полные жизненной энергии и радости, которые увлекаются исследованием мира и философией. Они всегда находятся в поиске новых мест, людей и информации. Они очень спонтанны и не любят, когда что-то ограничивает их свободу, стремление к знаниям и росту. Стрельцы – это люди, которые честны и имеют справедливое отношение к жизни, сохраняя прямолинейность и уверенность в себе. Женщины-стрельцы. Женщины, родившиеся под знаком Стрельца, имеют уникальную смесь качеств, которые привлекают к ним внимание. Их красота может быть нестандартной, но их харизма и щедрое отношение к жизни не оставляют равнодушными ни мужчин, ни женщин. Женщины-стрельцы способны на многое, что может быть им простительно, когда бы другие люди в этом провинились. Это связано с их притягательностью и искренними эмоциями, которыми они щедро делятся с окружающими. Хотя можно ошибочно подумать, что эти женщины не обладают физической привлекательностью, но часто они удивительно красивы, особенно если проявят немного заботы о своей внешности. Тем не менее, они могут забывать о своем внешнем облике,
так как у них много интересов и забот. Если они решат завоевать чье-то сердце, то будут очаровывать своими уникальными качествами и не оставят никого равнодушным. Мужчины-стрельцы. Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, выглядят сильными, яркими, уверенными в себе. Они обычно имеют отличную физическую форму, которую невозможно скрыть под свободной одеждой. Их трудно проигнорировать. Стрельцы могут покорить вас своей обаятельной улыбкой, умом и дружелюбием. Эти мужчины прямолинейные и честны, они не стесняются высказать свое мнение, но на них трудно сердиться. Они неотразимы в общении, обладают обширными знаниями и отличным чувством юмора, привлекая внимание окружающих. Они умеют завоевывать людей естественным образом, без лишних усилий. Все, чем они занимаются, они делают с энтузиазмом и страстью. В заключение можно сказать, что красота индивидуальна и зависит не только от знака зодиака, но и от многих других факторов, таких как генетика, уход за собой и образ жизни. Однако представители этих пяти знаков зодиака действительно обладают необыкновенной привлекательностью, которая не оставляет равнодушными окружающих. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.